Нам показалось, что исполнение этой песни было наиболее удачным. Попробуем не повторить успех, а сделать это как-то по-новому. Юлия Самойлова, песня из кинофильма «Телохранитель». Людей очень много. Все за меня болеют. Это очень мило на самом деле. Здрасте, дорогие миллионы, все вышеперечисленные здесь. И в гостях у нас Юлия Самойлова. Здрасте, Юля. Юль, а ты скажи, пожалуйста, а кого ты вот из оставшихся финалистов больше всего боишься? Ну вот так вот, если по-честному говорить. Вот. Вообще никого не боюсь на самом деле. Победа на факторе, наверное, больше не мне там что-то докажет, а людям, что абсолютно в любой ситуации можно жить. И не просто проживать, а реально жить. Мы все в жюри, мы сентиментальные, мы любим, когда все по-настоящему. Наставник решил, что будет лучше спеть «Always Love You». Он считает, что эта песня будет звучать более выигрышно на этом концерте. Юлия Самойлова. I'm drinking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know, I know what you need. Юлия Самойлова! Юлия Самойлова! И сегодня я хочу вам сообщить приятную весть. Дело в том, что сегодня, 7 апреля, у нашей Юли день рождения! И мы от всех нас поздравляем тебя с этим днем. Спасибо. Держи большое. Это тебе. Спасибо. Давайте все споем. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Юля. С днем рождения тебя.
сегодня я почему-то больше нервничала, чем в прошлый раз. Потому что сегодня сюда приехали мои родители. Мои родители в зале сегодня? Да. Они в зале, но я не могу найти их. Покажитесь. Вот. Вставайте. Я люблю вас очень сильно. С днем рождения, дочки! Мы ждем в нетерпении мнения наших уважаемых судей. Итак, начнем с блаженной улыбки на лице Лолиты Милявской. Ну, я действительно испытываю блаженство, потому что, Юля, я прогуляла тот фактор, где ты пела. Но когда я вернулась на следующий фактор, разговоров об этом было очень много за кулисами, и мне было интересно посмотреть. Я специально не стала искать это в интернете, понимала, что мне удастся. И я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что не так, как у Хьюстон, по-своему. За вот эти красивые ноты, за опевание, за то, что это было ощущение соловья. В том смысле, о котором о нем всегда говорят. Спасибо большое. Игорь Николаев. Юлечка, что касается меня, я-то по-прежнему считаю вот твои лучшие песни на проекте, которые были до сегодняшнего дня, выступление с песней из фильма «Женщина, которая поет». Это лично моя точка зрения. Это было исполнено для меня вот твой самый высокий номер. Здесь, что касается этой песни, ты спела совершенно иначе эту песню, чем в первый раз. Не робко, а вот именно уверенно, как человек, который прошел долгий путь уже в этом проекте, и с этой позиции ты спела эту песню совершенно иначе. Очень хорошо, что Лолита не видела предыдущее твое исполнение, и мне будет очень интересно, чтобы ты его посмотрела в интернете и сравнила. Действительно, я согласен с Игорем, песня прозвучала совершенно по-другому. Настолько ты выросла по этому проекту, настолько ты научилась анализировать свои собственные ошибки. Великолепно, умничка, спасибо. 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 Алла Борисовна, мы ждем ваших драгоценных слов. Не случайно на первой программе, когда ты выступала, я попросила всех телевизионщиков, организаторов, чтобы тебя снимали больше крупным планом. Я надеялась, что ты поймешь, как владеть своим лицом и все свои огрехи. И удивительно, но ты сразу поняла, в чем дело. Сейчас я вижу, что ты потрясающе научилась владеть своим лицом. Сейчас перед нами профессиональная певица. Технически это все это дело наживное, это все можно. Но твоя уверенность, твоя определенная ответственность и, конечно же, выражение лица и глаз, это и создает вот тот образ, который мы пытались создать. Ты говоришь, я волновалась, потому что родители в зале. Как я всегда волновалась. Поэтому я им запретила приходить на концерты. И вот пока они были живы, они всегда приходили, конечно, но тайком. Я говорю, приходить, но так, чтобы я не знала. А теперь я думаю, как жалко, что их нет в моей жизни. Уж лучше бы сидели в зале. Будьте здоровы и живите долго. Молодцы. Ну что ж, берите телефон и отправляйте смс с цифрой 9 на номер 1819 или звоните по телефону 8-803-333-49-09. Юлия Самойлова!